На помосте нас уже ждет за подготовкой космонавтов предстоящей тренировки. Вверху путь пройти. Если помещение телесных преобразователей называть сердцем, то мозговым центром центрифуги является пультовая. В комнате медицинской подготовки на космонавта накладывают датчики и медицинский пояс. Затем космонавт усаживается в специальное кресло и фиксирует вывесную систему. После инструктажа, проводимого врачом, кресло закатывают в кабину центрифуги. Инженерно-технический персонал закрывает кабину. Ворот помоста. Затем убирается помост. После блокировки ворот оператор помоста докладывает о готовности к тренировке. На пульте старшего оператора загорается сигнальный огонь о готовности помоста к работе. Тренировки в техническом плане руководит старший оператор. На его пульте размещены